Вот они мне нужны для всякого дела. Или без дела, или прокатиться просто, или посмотреть, поискать коров. На коньках проехала, туда-сюда проехала. А по снегу что же находишь-то? Когда вот туда проехала, посмотрела, нету. Туда проехала, смотрю, там у самой горы ходят, да? Ну вот, покричала того-сего, и все домой прутся. Вот и все. Что тут? Дело? Без дела могу тоже. Когда охота покататься, тоже могу покататься. Потому что душа просит. Байкал – это лучше всего. Это нетронутая, это девственная природа. Вот. Это вообще, это... Ничего я не могу сравнить, ни с чем, просто ни с чем. Ничего меня не трогает. А вот Байкал, сяду, то он бушует, то он как зеркало стоит. Вот думаю, вот кто бы посмотрел, даже не колохнется, даже никакой вот ряби, ни волны, ничего нету. Вот, вот как сидишь и наслаждаешься. А бинокль нужен для того, чтобы посмотреть, где ходят коровы. Люблю жизнь, люблю. Люблю природу, люблю все. Люблю людей, в первую очередь. Вот.